Начнем с того, что такое инфографика. Это визуальное предоставление информации. Однако это не только технология визуализации, но и искусство. Нет, не такое. Искусство доступно показать статистические, аналитические, новостные данные, факты, отчеты, концепции и цели. Это комплексный способ донести суть вопроса увлекательно и с минимальными временными затратами. Ведь визуальная информация составляет 90% всей получаемой информации в целом, и обрабатывается она в 60 тысяч раз быстрее, чем текст, по мнению нейронов. Добавляем к этому сопровождающие пояснения, плюс приятная музыка, плюс крутые эффекты, и получаем сбалансированный информационный коктейль, полезный и вкусный одновременно. Говорят, запоминается то, что было в начале и в конце. Поэтому, дабы сделать финал сногсшибательным, мы покажем вам наш логотип вот так. А еще вот так. И вот он загадочно исчезает.